нам больше никого с 23-м поздравляет. Вы у нас главный мужчина. Да ладно. Да. И такой большой-большой подарок. Точно, да. Вот. Мы за вашей спиной всегда, вы наши защитники. Вы самый главный у нас защитник, а оказалось еще и переводчик. Большой-большой подарок. Это что? Ой, обязательно вложу. Давайте нальем туда что-нибудь. Это не отламывайте, смотрите. Это стакан или что? Да, это такой стакан. А зачем это отламывать? Это водительский, это вот именно... Для ремонта. Давайте нальем туда. Это сувенирный же. Сувенирный стаканчик. Что вы там любите? Золотой ключик или что там? Буратино. Или легенду. Так, это... Большой-большой привет. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилку» и посылку. Так, в извещении прописано отдать. Господи, не вижу. Господи, кому же отдать-то? Отдать усатому дяденьке. Отдать усатому дяденьке. Кто здесь усатый? Но я вам ее не отдам. Должны быть документы. А документом послужат у нас усы. Усы, лапы и хвост. Вот наши документы. Да? Да? Вау, сколько вас тут усатых! Сколько вас усатых! Наш усатых, ничего себе! Опа-на! Опа-на! Я усатый! Тут нехило придумано. Это, все. Давайте всем показывайте, что вы там открываете. Сейчас коробочку открываем. Что-то еще потихоньку вот так вот, как-то, чтобы всем было видно. Да, а то так прикрывает. Не, надо было так заклеивать, а? Ну, конечно, надо. Конечно, надо. Вот это да, сколько подарков. Это столько конвертов. Это столько конвертов. А сколько посылки. Давайте, я буду вас знакомить. Самой усатой отдали. С большим хвостом. Так. Открой, когда хочешь освежиться. Проверяйте, что уже открываете. Когда хотите освежиться. Да. Открой, когда замерз. 100 грамм, что ли? Носочки. Что это? Традиционный подарок 20 лет. Давайте я буду помогать вам. Давайте лучше не болеть уже. Да, давайте не болеть. Когда заболели. Или заболели. Или сглазили. Чего вас не сглазили? Открой, когда испытываешь стресс. Тупый. Открой, когда
тормозишь. Сникерсни. Это каждый день мы тормозим. Открой, когда простыл. Ну доставай, Алик. Ты нам нужен. Это что, таблетки, что ли? Аспирин. Цитрамон его любимый. Мой любимый. Цитрамон. Открой, когда не можешь проснуться. Когда проснулся. Подрачи кофе. Ну все, кофе есть. Открой, когда необходим перерыв. Что там? Делай паузу. Открой, когда нечего пожевать. Там еще много. Открой, когда не хватает денег. Это самое интересное. Все хорошо было, но здесь все исчезло. А вот это самое главное. Открой тогда, открой, когда захочешь узнать, за что мы вас любим. Открывайте. Открывайте. Хотите знать, за что мы вас любим? Открывайте. Давайте обратно эту сложим. Вот это самое главное. А тут написали. Читайте. Ну, верный, позитивный, родной, коммуникабельный. Громче. Моя правая рука и левая. Левая нога. Человек, который оставляет в жизни след. Татьяна Михайловна. Давайте, вы как-то читаете вот без выражения, знаете? Разволновался просто. Добрый, честный, верный, позитивный, родной, коммуникабельный. Моя правая рука и левая. Человек, который оставляет в жизни след. Понимаете? Да. Татьяна Михайловна, мы его любим за то, что он настоящий чемкентец и знает все истинные чемкентские названия улиц, магазинов и поселков. Елена Алексеевна, за доброту, отзывчивость, внимательность, заботу и потому, что просто люблю. Вот. Нургайша, за добрые глаза. Лариса Владимировна, за его харизму, за уважение, внимание. Ну, я просто не буду говорить, кто что сказал. Да, ладно, дом уже. Да. Добрый, надежный, трудолюбивый. Космобомбический, суперклассный человек с доброй душой. Космобомбический. Да. Спасибо всем. Ответственный, внимательный, тактичный, замечательный, заботливый дедушка. Старательный, терпеливый, порядочный, честный, человечный, внимательный, уважительный, добрый. Самый лучший водитель. Ну, в общем, тут очень много-много вам пожеланий. Примерно все такое. В общем, да, человек с большой группы, буквы, огромной души, порядочный, отзывчивый, чуткий, общительный. Вот. Ну, в общем, все про вас. Самое. И последнее. Мы вас любим. Спасибо, что вы с нами. А вот как все громко. Последнее спасибо, что вы с нами. Аликей, я там не вписана, но хочу сказать лично от меня за тонкий юмор. Мы с ним всегда так тонко юморим. Сегодня юмор был. Все совпало от всех бед. Один ответ. Это что? Бальзам для души. 96 трав. Спасибо всем большое. Давайте мы уйдем, а вы тут греетесь. А вы тут греетесь. Да, он такой, не для ГАИ. Все рассосется. Это простые травки наши. Я еще больше там любить ее. Обнимаемся. Зачем нас сняли? Все обнимаемся! Все обнимаемся! Будьте все здоровы. Все будьте здоровы, самое главное. Пропустила. Что, давайте покричим? Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим! Днем рождения! Ура! Че, шампанское открываем? А какие?